Пятый. Так. Что? Чего? Неужели получилось призвать плачущую курицу? Серьезно? Так. Это она? Что? Что? Это она? Всем мяу, друзья, я Китик, и это мое новое видео, где я буду переносить карту из Чикенгана в Майнкрафт. Два прошлых видео по этой рубрике вам очень понравились, поэтому я делаю третью часть. Как вы можете заметить, я нахожусь в Чикенгане на карте Прота 07. Ее я сегодня и перенес в Майнкрафт. Вы можете заметить, что здесь точно такие же деревянные столбы, тут точно так же, как и в настоящем Прота 07. На моей карте в Майнкрафте есть все, даже стиралка, туалетная бумагой и унитаз. Я знаю, что многие из вас сейчас напишут в комментариях: да ты просто скачал эту карту. Но на самом деле я сам вручную строил всю эту карту абсолютно с нуля. И лично я считаю, что вы должны набрать на этом видео 5000 лайков. Ну, пожалуйста. Самое трудное было высчитывать каждый блок, чтобы сделать карту точь-в-точь, как и в Чикенгане, потому что тут нужно четко соблюдать расстояние между всякими дощечками, между лестницами, например, и так далее, и тому подобное. Мне очень повезло, что на этой карте легко было высчитывать блоки, потому что текстурки как-то неправильно накладывались, и оставались вот такие тени, по которым можно было посчитать, сколько примерно блоков расстояние между всякими объектами. Ну а также, как вы видите, немножечко трудно было строить вертолет, потому что, ну знаете, сломанную технику в Майнкрафте строить не очень-то и просто. Выглядит это все очень стрёмно, а также мне приходилось вот с этим вот мучиться, провода вот эти придумывать как-то, чтобы они хотя бы похожи были. В любом случае, построить вертолет и столб у меня получилось неплохо. Но если бы в Майнкрафте было бы больше возможностей детализации, то я мог бы сделать намного лучше. Как вы можете заметить, даже в домах я сделал интерьер. И в противоположном доме я тоже все это сделал, точно так же, как и в Чикенгане. В первую очередь, я хотел повторить карту точь-в-точь, поэтому делал в Майнкрафте все так, чтобы это было максимально похоже на ту игру, из которой я делаю карту. Ну а также, как вы поняли изначально, сначала я добавил Scary Chicken 666, то есть плачущую курицу, как пасхалку на эту карту, и она теперь будет охранять всю мою карту Прота 07. Я надеюсь, я заслужил вашей подписки, потому что карта получилась у меня очень похожа на оригинал. Жду вашей оценки от 1 до 10 в комментариях, а также пишите, что же мне строить в следующий раз. Смотрите ролик, который вылез у вас на экране, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, с вами был Китик. Еще увидимся.